Правда состоит в том, что мы должны научиться сами для себя завершать эти истории. То есть, по большому счету, такая ситуация этих отношений является историей, которую вы сами себе рассказывали. На самом деле, в голове того человека, с которым вы расстались, она могла выглядеть совершенно по-другому. То есть, вы могли думать, что вы нашли родную душу и счастье на все времена, а он мог думать... А почему бы и нет? Вот. И у него одна история развивается в голове, у вас другая история развивается в голове. Вот. И дальше в какой-то момент ваша история не завершается, потому что... Вот. Поэтому, поскольку вы придумали эту историю, вы можете сами себе придумать финал этой истории.